Так, ребята, всем здорово. Давайте еще один видос забабахаем по Day of Defeat. Defeat. Короче говоря, пошлите на сервак, где можно убивать своих. Будем там воевать более-менее осторожно. И сегодня, собственно, будем играть четвертым классом. Не знаю, что там в четвертом классе, на самом деле, я вообще ничего не помню по поводу. Помню, что первая — это винтовка, вторая — это скорострельная винтовка, третья — это автомат, я помню. Но я надеюсь, что там не РПГшник, ребята, потому что РПГ здесь — это просто... Сда. О, слушайте, МП-40, обалденно. Ну, это не МП-40, конечно, но какой-то очередной автомат. Слушайте, ну, прикольно. Погнали, погнали. Так, да, четвертый класс у нас, ребята, надеюсь, все будет нормально. Давайте посмотрим, что у нас в инвентаре есть. Так, ну, по сути, у нас какой-то очередной автомат, у которого просто лютейшая отдача. Просто лютая отдача. Я, кстати говоря, чуть сейчас только что двоих своих не завалил. Ну и, собственно, граната. То есть, одна граната, нож, пистолет и, соответственно, автомат. То есть, короче говоря, очень похоже на третий класс. Ничего такого особенного. То есть, пистолет, гранат, автомат и нож, все. Ничего такого особенного нету, ребят. Так что париться не особо придется. В принципе, это и хорошо, по сути. Бесио. Стой, блин. Сори. Сори, плиз. Прости его за тимкил. Блин, я хотел ему сказать стой, но что-то меня остановило. Я думаю, он и так не остановился бы, потому что он не понял то, что это ему адресовано. Хотя, если бы я назвал его ник, успел бы назвать, то, может быть, что-нибудь и... Давай, чувак. За Кейна. Мяу. Так, отлично. Блядь. О май гад, сори. Щеть. Блядь, да вы что, издеваетесь, что ли? Блин, у меня уже был шанс убить двоих. Слушайте, какой-то говенный автомат на самом деле. Слушайте, давайте в жопу эти гранаты пока не будем использовать. Если зайдем на вражескую территорию, то будем использовать. Потому что это просто пипец. Свои прям на эти гранаты так и прут. Такое ощущение, как будто они вообще не смотрят на радар, где отображены гранаты, когда, ну, когда их кидают. Прут во все щели и, ну, блядь. И пиздец. Вот давайте сейчас попробуем метнуть. Вот сейчас я бы своего убил уже, кстати. Отлично, одного завалили. Успели. Одного все-таки мы завалили. Граната взорвалась, никого не убило. По сути, даже, конечно, не знаю. Хорошо то, что здесь разрешено убийство своих. В принципе, это, конечно, для реалистичности хорошо, но, блин. Тут за это могут и забанить, по сути. Откуда? А, вон. Я опять своего убил? Ни хрена. Бля, я сейчас чуть опять своего не убил, твою мать. Да умри, ну... Ну, давай. Так, красавчик. В живот ему попал. Тут не сдох. Вот сейчас тоже чувак два раза попал своего. Больше половины хп ему снял, наверное. Повезло то, что он своего не убил. Блин, надо тщательно охранять последнюю точку, ибо у нас вообще ничего, по сути, не осталось. Да стой ты, блядь. Ладно, хрен с ним. Хватит, не убивай меня, мужик. Так, свой, окей. Тут чужой где-то. Не вижу чужого. А, вон он, зараза. Мужик. Ради бога, блядь. Слушайте, ну а чужого убил, кстати говоря. Не знаю, как я у него попал так, но я его убил как-то. Что странно, ну ладно. Убили хорошо. У нас уже две точки. Одну все-таки мы отгрохали. Бля, убери нож.
Так, что у нас здесь? Нет никого. Так, у нас здесь какие-то твари есть наверху иногда, очень часто сидят. Блять, как... Вот как я его не заметил, я там... Бля, ребята, я не понимаю, как я его не заметил вообще. Ой, я, кстати говоря, одного убил. Let's go, let's go, let's go. Вот здесь вражины, как правило, тусуются. Паузе, паса транкило. Ты ты ядра. Е-е-е. Холла. Давайте-ка вот сюда что засядем. Дверь не открывается у нас? О, открывается? Да ладно, что у нас здесь? Интересненько. Давайте-ка метнем ради прикола. Все равно здесь никого нет. Надеюсь. Так, там у нас свой. Бля. Ой, ой, своего убили, ребята. Ой, своего убили. Не я, конечно, но убили нашего. Только непонятно, кто. Ага. Ах ты, зараза такая. СПТС, найс хак. У нас что, здесь читер какой-то, что ли? Чё-то нет никого. С таким нет. С таким... ником. Щипи, ля-ля-ля-ля-ля. Курва, курва, курва. Мужик. Блять, ну как? Ну... Убил с 2 метров. 2 попадания. И что-то... А, у него осталось 20 хп, ну да. За 2 попадания снес мне около 100 хп, обалдеть. Ну как так-то? Шо у нас дес? Шо у нас дес? Угу. Нет никого, не вижу, не вижу, ребята. Не вижу никого. Чувак мост захватывает. Чувак захватывает мост. Куда бы гранату кидануть? Ага, вон, вон туда, давай. Бля. Ран, 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 ран! Фу, блять, твою мать. Camp Matters. Так, ладно, ждем. Пока кто-нибудь придет. Можно, конечно, попробовать забраться ради прикола. Вот только я не уверен, что из-за что-то хорошее выйдет. Ну, в принципе, вообще ничего не выйдет. Может попробовать забраться вот сюда. Давай, 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 давай. Давай, бля. Ни хрена ничего. О-хо-хо-хо, блять, ну как? Вот скажите, вот что за хрень? Вот почему здесь такие темные коридоры? Вот почему здесь нету фонарика? Вот почему нету фонарика? А? Зачем делать вот такие вот обоссанные тем... О май гад. Зачем делать такие темные коридоры и... Блин, и как вообще освещать-то? Вот, вот так вот, таким образом? Стокер Рос. Ну, короче, дерьмище какое-то на самом деле. Бля, здесь есть фонарик. Здесь есть фонарик. Где фонарик? Где? Где? Где он? Покажите, где здесь фонарик, пожалуйста. Я вообще его не вижу. Бля. How to use flash, guys? How to use flash? Flashing, guys. Че? О боже мой. Эй, Тити, ça va? J'ai vu que tu jouais plus à Dodd. Ну давай, может как-то это... How use flashing? Flashbang? I don't know. Ну ладно. Ну здесь как-то... Здесь как... Я не знаю, там, короче, какие-то чуваки на нашей базе стояли, что-то они врубали, вокруг них свет появлялся. Обычно, когда такой свет появляется, в КС-ке...
или в халве, это значит, как правило, то, что фонарь включается. Если здесь такое есть, то значит как-то, не знаю, хрень какая-то. Ну ладно, хрен с ним. Потерпим. Без флеша, так сказать. Боже мой. Бля. Бля, граната. Граната! Гренити! Сталкерс. Здравствуйте. Блять, ничего не видно. Вот я смотрю, он тоже ни хрена ничего не увидел, и поэтому сдох. Просто кошмар, бля, просто кошмар. Как тупо, а? Le mec il t'insulte gratuitement depuis tout à l'heure là. Бля, хоть бы какую-нибудь свечку прилепили. Каски, да? Каски прилепили какую-нибудь свечку, подожгли керосином и сидишь так и со свечкой бегаешь. Вот это так романтично. Когда тебе снайпер тебе попадает свечку. А потом пробивают. Эта пуля пробивает каску и твою башку. Pas entendu la suite. Non, t'as dit. Non, parce que je disais, il t'insulte gratuitement. Mais c'est pas normal. Ой, бля, граната не спал, прилетел. Ой. Давай, 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 бегу, 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 бегу. Давай захватывать. Бля, гранат прилетел. Господи. Короче, ребята, буду тупить по полной здесь, потому что это просто кошмар. Давай, как, давайте-ка поменяем сервачок, потому что это просто ужас. Вот что у нас за фул металл такой? По-моему, это русский сервак, там есть русские, там очень много русских, насколько я помню. Давайте туда перекачиваем. В принципе, фул металл джекет — это тот сервак, где мы в прошлой серии играли, только там под конец был жесткий дисбаланс. Нас было четверо, их было 8, даже 9. Поэтому, соответственно, нормально мы не поиграли. Ну, погнали. Так, бэкдендинг, you have, ты имеешь 3 зарочатки, как начать голосование, бла-бла-бла и бла-бла-бла. Так. О, какая пушечка у этого чувака. Ни хрена себе. Прикольная пушка, но, блядь, у нее отдача бешеная тоже. Пушка хорошая, добротная. Бля, привет, как дела, фашист? Альянса спе... О, нифига себе, мы всираем, ребят. Всираем по полной. Ой, бля, гранаты! Твою мать, блядь! Ты убит. Спасибо. Убили очередного фашиста. То есть меня. Бля, ну чё за скука? Оу-оу-оу, тише-тише-тише. Бля, в жопу, давайте пойдем на старый сервак, хоть людей побольше повеселее. Да стой ты, ужас. Сейчас, ребят, сейчас мы зайдем и нормально поиграем. Давай уже, сержант. Будем сержантом играть. Блять, ничего не видно, а? Ничего не видно. You have low stamina. А, типа у тебя нет сил, да? Ты имеешь очень хреновую дыхалку, сынок. Обкуренная ты мразь. Да там свои. Ой, кому-то касочку сбили. Бежим, 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 бежим. Так, передых. Передых. Впердых. Ух ты. Ни хрена себе, сколько там чужих. Ну, посмотрите, обалдеть. Блять, ну.
Да. Le mec, comment il rage le gars, mais comment. Ну а смотри, здесь все хорошо стреляют. Так же как и я. À droite, y'en a un autre deux, entre l'un et le deux. Давай. Ой. Так, что, у нас здесь нет никого? Такс. Так, вот сейчас лучше кидануть гранатку. Ага. В принципе, можно заныкаться сюда, конечно, и сидеть, по сути. Поджидать кого-нибудь. Вон один уже бежит, кстати. Эх, мать твою. Так, нанес одному 60 дамагом, другому 30 дамагом. Да. Чуть не пойму. Сначала выкинул гранату, потом ее подобрал и снова кидает. Не пойму, зачем это. Move out. Давай, блин, я меня почти пу. Че это такое было, а? Бля. Ребят, эта серия будет очень фигово, потому что меня здесь постоянно будут убивать. Постоянно, ребят. Давайте, давайте, давайте. Официально какие-нибудь. Официальная карта, как правило, сбалансирована, хотя... Хотя по Battlefield это не скажешь. О, давайте единицу. Обалдеть. Там такая комната, раз. Типа крыса, да? Мы типа за крыс играем. Так, гранат прилетел. Бля, свой, 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 свой. Зири, зири. Бля, гранаты. Гринеты. Не стреляй по мне. Бля, мужик, уйди. Есть кто-нибудь? Давай, 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 давай. Ну, хотя бы одного. Хотя бы одного. Слушайте, автомат какой-то говенный. Либо я стреляю, как непонятно кто. О, смотрите, я попал в кого-то три раза. А, нет, два раза 25 дамаг нанес. Помимо того чувака, которого я убил. Очень много. Что-то этот коридорчик напоминает мне карту Инферно. Из КС 1.6. Да и, в принципе, из других КС. Просто в КС 1.6 очень похожий коридор. Так, граната. Стой, 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 стой. А, отлично, теперь в башку. Засранец, бля. Давайте ждем, ждем, ждем. 3, 2, 1. Жижи. 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 Так, ой, бля, слушайте, а что нам выбирать? Ну давайте ради прикола выберем второй класс. Мы все равно, по идее, за этого чувака не играли никогда, может, играли? Скорее всего, нет, что-то не помню такого. Помню Томпсон МП-40, но за Британию мы никогда не играли. Это же Британия, по идее. Ну да, Британия. Или Великобритания. Что за хрень? А, как-то пройти-то. Извини,
What the fuck? This map not optimized to dot. Вон, нет, фашист. Вот здесь, конечно, чисто тупо перестрелка. И чё? Айо. Я так понимаю, хрен мы её откроем как? Так, отлично, одно завалили. Так, еще одного завалили. Ай. А где гранаты? Нет гранат, вот тварь. Так, еще одного завалили, отлично. А, здесь же у нас парашютики есть. Точняк. Так. Ну-ка, фашист, иди сюда. Упс. Че, давайте его простим. По сути, надо идти на самый верх, а тут уже с парашюта спускаться куда-нибудь. Потому что это самый удобный вариант, ибо вентиляции здесь они закрыты, никак не пройдешь. Что не очень хорошо. Здесь она работает? Нет, не работает. Почему? Странно. Она должна меня прихлопнуть и убить. Нифига себе, он одним выстрелом двоих убил. Обалдеть. Слушайте, какой он лютый, да? Вот зараза такая. Окей, полезли на самый верх, ребят. Вот на этой карте играть одно удовольствие. Не знаю почему, но... Блин, я бы хотел вон туда долететь. Интересно, получится, не? По-моему, ни хрена не получится. У меня ни хрена. Нужно как-то забраться повыше. Вон, видите, там вот туда, вон туда, по идее, должна идти лестница, да? Но туда не ведет ни хрена. Ну, мы их выиграли, кстати. Вперед! Блядь, мужик, ты тупой, а? Выносливости не хватило, зараза. О, отлично. Отлично. Ну, Кузька, чекаем. Ой, а что это такое? Это лестница, что ли, такая, или что? Или вот эта вот хрень лестница, что-то не пойму. Давай, бля. Умри, бля. Интал. У него ник такой. Кстати, дисбаланс. Ну. Давайте-ка перейдем за немцев. Как за них перейти? Берем 4 класс и вперед, потому что дисбаланс, а сейчас, по идее, я перешел 8 на 8. Ой. Так, мы на самой вышине. А, сука такая. Ну там можно, кстати говоря, за немцев вылезти на холодильник. Это большой плюс, это тоже такая возвышенность. Туна. Бля, вот тварь-то. Ну, он так и знал, в принципе. Они постоянно чекают вот этот выход наверх. Там, в принципе, убить кого-нибудь, как ни хрен делать. Просто тупо стреляешь и все. Принципе, когда там вылезаешь, ты останавливаешься на месте на где-то секунду. И таким образом становишься бешено уязвимым. Бля, ну тварь такая, просто тварь. Снимите ради бога кто-нибудь, а? Никак не могу успокоиться, я не успокоюсь, пока я туда не доберусь. Не заберусь, вернее. Бля, их там двое. Отлично.
Вот только толку никакого. Хотя... О, у нас здесь ничья точка, смотрите. Ой, я даже знаю почему, потому что сейчас сдохну. А, сука. Бредительно какая, а. Так, вон, давайте-ка сейчас заныкаемся. Будем крысить. Вот так вот ляжем, подождем. И кого-нибудь убьем. Вот, например, вот этого чувака, который решил нас обойти, потому что он засранец. Мы тоже их попробуем обойти. Но ничего не получится. Упс. Так, ребят, давайте, пожалуй, еще минут 10 и закончим. Даже поменьше. Так. А, не надо, не стреляй. Там какой-то таймер идет снизу, я так понимаю, это таймер, когда все ресуются, да? То есть происходит общий респаун для обоих команд, или может для одной команды, не знаю, охренеть, что там происходит вообще наверху. Я вообще в шоке. Пиздец, бля, да. Короче говоря, надо идти на высь и там всех снимать. Потому что мы снизу как на ладони, а сверху там уж тем более. Ну ладно, короче, посмотрим. Меня почему-то чаще всего снимают наверху. Хотя наверху у меня был неплохой шанс, в принципе, тогда, когда я всех там перебил. Что такое? Ой, красавчик. Красавчик. О, британцы захватили эту... Блин. Бля, ребят, помогите захватить эту вонючую точку. Блин, он дохнет потихоньку. Еб. О боже. Здесь, конечно, автоматчиком играть это лютая бредятина, потому что здесь в основном все воюют на дальних расстояниях, и автоматчик здесь это... Не то, не то, не то. Ой-ой-ой. Это не я, кстати, его убил. Меня попали. Отлично, убил, убил, убил. Да, блядь. Thanks, thanks. Thanks, Art Вандалей. Вандаль, вандаль. Да, вижу. Так, что у нас здесь? Давайте опять наверх, наверх. Ща еще раз кого-нибудь убьем с СТГшки. Бля, ну у меня... Я в него попал. Давай. О-хо-хо. Тварь такая. Он захватил... Он захватил, как называется, духовку, он захватил духовку, просто кошмар. Ребята, отвоевывайте духовку, мы где жрату будем готовить, а? Духовку, плиту и духовку. Это, блядь, наша плита. Твари. Блядь. Слушай, у нас только одна точка из пяти, обалдеть вообще. Фашисты, вы чё? Вас сам Гитлер направляет. Вы чё так проебываете-то дико? Ну, давай. Охренеть, сколько их там. Бля, ну это, это капец, конечно. Вот наверх сейчас лезть не надо, потому что там все крысят. Нифига себе, то как он так пробрался, мне интересно, на их спаун. Всё? Великобритания победила. Блядь, простая Британия, что-то не помню, если честно. Мочи! Забегай на экспаун, ребята, забегай! Это экспаун, да? Вроде да. Бля, мы на экспауне ходим, обалдеть.
А может и... Ну, в принципе, да, это экспаун. Слушайте, мы в натуре на экспауне ходим. Су... Ё... Мочи их, мочи! Я двоих на экспауне завалил. Вот сейчас меня, кстати, могут кикнуть. Или даже забанить. Слушайте, мы удачно так рашнули их в самом начале и на экспаун пробрались. Ой, там кто-то в это попал. Давай, чувак. Да что ж такое? Опять свой убил? Не, в жопу, мне это надоело. Бля, у них такой язык прикольный, это вообще. Так, понятно. Блин, сколько я ему нанес-то хоть? 63 дамага. А, нет, я ему нанес 37 дамага от одного попадания, ну да. Ненавижу вас, засранцы, блядь. Зараза сидит на другом конце карты, с пулемета всех обстреливает. Обалдеть, уже пулемета же отдача не такая большая. Хотя, может, и такая же, по идее. Ух ты, что такое? Это такая мышеловка? Слушай, никогда таких мышеловок не видел. Да. Ладно, ребят, давайте, пожалуй, закончим на этом моменте. Сейчас еще раз, два раза сдохнем и закончим, пожалуй, эту серию. Играли мы четвертым классом, потом будем гамать пятым. Так. Кто-то в холодильник, кстати, по звуку забрался. Я туда зашел, меня убило, потому что это зона этих, блин, альянсовцев, туда заходить нельзя. Типа, ну, такой спаун, этот, защиту спауна такая своеобразная. Так, отлично. Ранили его, да что ж такое, а? Не, конечно, автоматчиком я бы сейчас не играл, на самом деле, но ради вас я играю пятым классом. Ибо я вам обещал то, что я буду в разных сериях играть под разными классами. Ну, чувака только что убил. Ну, чтоб интереснее было смотреть. Когда все классы кончатся, если мне игра не надоест, то я буду снимать просто в разброд. Ну, то есть, все подряд, короче. И с винтовками бегать, и там с базукой, и так далее. Там чувак за урной какой-то стоит. Ну, знаю то, что я его жду. Ну, ладно, поступим мне. Убежим. Хе-хе. Очень умно, да? Он здесь, кстати, он, по-моему, убежал. Вот зараза такая. А это что такое? А, это этот. Блин, вот жалко, что вентиляция не работает. Потому что она закрыта. Так, можно было бы на их респаун пробраться. Так. Готов. Сверху обстреливают, зараза такая. Да стоит, отстань, блять, тварь такая. На холодильнике. Ладно, ребят, давайте, пожалуй, закончим реально. Еще раз всем пока, удачи. Ждите новых серий по Day Defeat. Всем удачи. И... Ой, я кого-то попал. Ой, я еще раз кого-то попал. На, ему башку проломал. Пулей. Ха-ха-ха. Ладно, ребят. Удачи.